Вы не считаете, что из-за слабой трусливой соглашательской позиции Запада мы теряем стратегические шансы на победу? Я считаю, что из-за слабой, как там, слабой трусливой соглашательской позиции Запада у нас только и есть шансы на победу. Потому что пока есть слабая соглашательская победа Запада относительно Украины, у нас вообще есть какая-либо перспектива. Как только такая позиция исчезнет, то и у Украины появятся не перспективы, а полная жопа. Вот и все. Поэтому то, что у Запада такая слабая позиция, это прежде всего наша проблема, потому что мы за полтора года войны, ну, очень и очень медленно меняемся. Поэтому надо как бы шевелить поршнями быстрее.